едем в фудбанк. Первый раз мы едем в фудбанк. Это такие бесплатные продукты питания для всех желающих, в принципе, для ньюкамеров особенно, у которых подходит срок годности, но они вам дают их бесплатно, так как у нас шатдаун, как бы мы первый раз обращаемся в эту контору, и мы вам этом все покажем. Мы сейчас едем в фудбанк, мы вам сейчас покажем, ну и расскажем, как эта вся процедура делается. А пока мы едем, друзья, хотел вам сказать, что про детские площадки. Вот буквально сегодня зашел разговор в нашем чате, у нас есть чат в Телеграме, вот всех русскоязычных иммигрантов с этого города. И это большая больная такая тема, детские площадки, потому что мы привыкли к ним и в Молдове, мы привыкли к ним и в Румынии. В каждом дворе, в каждом доме. В каждом доме. Мы привыкли к ним и в Англии. В Англии тоже были хорошо обустроены детские площадки. Что касается здесь, их практически нету, потому что, ну, наверное, может быть из-за погоды, я так предполагаю, потому что все-таки 6 месяцев холода, прям таки зимы, как бы не располагают к такому активному отдыху или там времяпрепровождению на улице. По Сан-Стивену, если судить, как, тот вот мы, их нужно поискать днем с огнем, вот. Вот пара приехала из России, и они тоже привыкли, что на каждом шагу есть хорошо обустроенные детские площадки. И для них это тоже оказалось таким большим-большим сюрпризом, что вот если детям нечем заниматься, и родители сейчас дома, потому что у нас уже практически начался этот шатдаун, то есть уже некоторые смены уже сейчас отменяют, и родители дома, то они вот начали искать, что и как делать. То есть, по сути, нужно выезжать куда-то, чтобы нормально провести время. Вот я вам хотел показать, это слева находится Elementary School, и здесь как бы такая первая площадка. Давайте я сюда даже заеду. Площадка для скейтборда, вот, друзья, вот смотрите, такая же площадка была в Англии примерно. Но тут сейчас не катаются. Парк. Не катаются, потому что еще снег, еще... вода есть, но, может быть, уже начнут сейчас. Это вот одна детская площадка, и мне кажется, есть еще одна другая в Милтауне, там, где бассейн, мы тоже, может быть, по ходу пьесы вам ее покажем. Но вот это единственное, что есть из детских площадок. Просто задаешься вопросом, если ребенок не занимается, у него нет скейта, то есть, по сути, что ему? Ну, тут можно еще на велике, наверное, на великах. Но, в принципе, нечем заниматься. То есть таких каких-то детских площадок, таких в таком смысле, к которому мы привыкли, их здесь нету, друзья. Поэтому вот мы когда приехали летом, мы нашим купили велики. Они довольно-таки, как наши старшие, ну, 11-13, уже 11-14. И поэтому это было как бы их не аттракцион здесь, да, летом. И бассейн еще был. Вот это все, на что можно было как бы рассчитывать. Есть стадионы футбольные, это при школах, как я знаю. Так просто стадиона нету, потому что тут футбол мало играют. Страна северная, футбол мало играют. Это в Англии, когда мы приехали, там они играли, в Англии почему-то родина футбола, там они играют круглый год футбол. Мы когда приехали, мы приехали в феврале, там у них снега нет, ушел дождь, но они играли футбол. Нас это так удивило, они в шортиках. Дрова зеленые у них круглый год в Англии, играют в футбол. Ну, здесь Канада, здесь северная страна. Поэтому, чем заниматься с детьми, когда хорошая погода и можно выйти на улицу, ну, это большой-большой вопрос. Тоже немного вам показываю дороги после зимы. В принципе, как бы зима еще не закончилась, потому что все говорят, что еще могут быть какие-то снегопады прямо такие. И морозы могут быть. У нас морозы сохраняются, вот ночью там до минус 15 доходит. Но вот дороги, они вот такие, какие есть. Если я вам показывал дороги в Сент-Джоне, у нас тут дороги не лучше. Мы сейчас вот едем уже по левую сторону, наш дом оставили. По другую сторону едем в фудбанк. Вот, друзья, вот такой домик. Это другой домик тоже. Это двухэтажный, наш трехэтажный. Это другой домик, где проживают, то есть съемных квартир. Тут и канадцы снимают, и снимают и наши иммигранты из Европы. И сейчас по левую сторону будут еще другие дома. Тут прямо такой квартал русскоязычных иммигрантов, чтобы вы поняли. Вот. Ну да, получается так. Вот церквушка.
То есть мы ближе к центру немного живем. Ну вот, тоже почти рядом с ними. Но тут прямо плотно заселено вот иммигрантами. Вот этот дом тоже. Вот, если вы его увидите. Сейчас я вам покажу. Я заеду. Вот этот дом тоже вот снимаю здесь люди. Чтобы вы поняли, в каких условиях живут наши иммигранты. Вот этот дом. Видно его, да? Вот он. Тут многоквартирные дома, и поэтому я им говорю, что шумоизоляция здесь, как дела обстоят, ну, плоховато. То есть тут все слышно, какая-то, если хочешь какой-то личной жизни, то лучше купить себе дом. Вот еще дом, видите, смотрите, тоже съемный, скорее всего, тоже, точно. Этот дом тоже точно съемный, тут тоже живут некоторые из наших. Так, чтобы вы имели представление, какой жилплощади попадает человек, приезжая в Сент-Стивен. Я не говорю что-то про Канаду, потому что Канада все везде разная, друзья, в разных городах, я думаю, свои нюансы. Вот и дороги показываю, вам хочу еще кое-что рассказать. Не буду называть имен, просто по поводу полиции спрашивали, не видно ее. Ее практически не видно, но она есть. И иногда они видны, то есть они выходят и видно, что останавливают какие-то машины. Но они так без дела не останавливают машины, друзья. Вот смотрите, этот перекресток, равнозначный перекресток. То есть понятно, да? И везде есть знаки стоп. Вот в 4 стороны есть знаки стоп. То есть это first in, first out. Кто первый пришел, он останавливается, и он первый выезжает с этой перекрестка. Вот на этом перекрестке машин нету. С этой стороны и ездили одна пара иммигрантов, скажем так, с работы. И они должны были остановиться, сделать стоп. То есть привести машину к полной остановке. Так и называется. И потом уже взять и сделать поворот направо. Это было поздно вечером, где-то в 10 с чем-то, мне кажется. Тут у нас уже в это время просто как пусто, тихо, как в селе. И, конечно же, никаких машин. И они разговорились, и он... А за ними ехала просто машина другая. И он просто как посмотрел, никого нету, никому не мешает. Он не сделал, не привел машину к полной остановке, просто поворот направо. Оказалось, что машина сзади полиция, они сразу включили мигалки, сирену и остановили их. И, конечно, это первый раз, когда останавливают, ты еще здесь иммигрант, конечно, ты пугаешься и так далее. Но в итоге чем это разрешилось? У него, конечно, все документы были в порядке. Он уже понял, его спросили, как вы думаете, почему мы вас остановили? Он сказал, что, наверное, потому что не остановился на стоп. И говорит, да. Дайте ваши документы, они проверили, потом пошли в компьютер, тоже проверили, если, наверное, у него нет других правонарушений, не было до этого. Оказалось, что у него не было никаких правонарушений, и они ему вернули, очень вежливо с ним говорили, они ему вернули все документы, он никакой штраф не заплатил, просто он расписался где-то, и ему это показалось очень интеллигентным, цивилизованным, культурным и очень таким интересным, потому что... Обычно в наших странах за это сняли бы деньги 100%. А здесь нет, просто как бы это было предупреждение. Но, как он говорит, мне кажется, они все-таки занесли меня в какую-то базу данных, что у меня как бы есть первое предупреждение, может быть, на второй раз они уже меня оштрафуют. Но вот такой случай, то есть штрафа первого не было, просто было предупреждение. Друзья, вот это наша пожарная. Вот здесь остановился. Volunteer Center. Да? Food. Что там написано? Мы пошли внутрь и потом расскажем. Настя, ты счастлива? Друзья, вот мы. Такая помощь. Да, ну. Здесь хлебные. Хлебобулочные изделия. Чуть-чуть громче. Хлебобулочные изделия. Надежда, вот в этом кулечке. Покажи. Вот. Булочки. Вот. Вот булочки 50% скидка. Можно видеть, что их, видать, оценивали в свое время. Здесь что-то из заморозки. Что за заморозки? Вот что-то вот из заморозки. Я думаю, что это мясное или рыбное что-то.
вот здесь что-то типа ветчины, тоже замороженная. Но она действительно так лучше храниться будет. Да, что тут у нас еще? Что-то рыбное, мне кажется. Сырные такие и хлебом обваленные вот такие вот котлетки. Это маргарин или масло? Маргарин, я думаю, для выпечки. Что тут у нас? Помогу. Хлопья различные, ну, крокулечки. Сырки, йогурты, соки, пудинги. Соков пару, да. Соков, какие-то Crispy Rice для детей в школу, наверное. Вот такие маленькие шоколадки. Угу. Ну, что еще? Картошка, лук. Ну, прямо как из деревни. Для борща, да? Здесь что? Яички, йогурт. Пол, да, пол коробки яичек, йогурт. И тут какой-то опять... Нет, это... Йогурт с хлопьями. Грек-йогурт. Да, греческий йогурт. Греческий йогурт. Теперь нам даже горчицу, консервы тут. Горчица. Белый порошок, сахар. Написано, чтобы не пугались. Кофе. Чай. Наверное, сливки, наверное. Может пугаться. Сливки, наверное. А что у нас вот это такое? Апельсин. Какой-то порошок апельсиновый. Да, кристаллический. Печенье, хлопья, макароны. Майонез. Макарошки, майонез. Это паста, соус. Это как? Масло это. Ореховое масло. Ореховое масло. Это vegetables, legumes, с какой-то... Это супчики. Это был суп. Так это паста, томатная паста или алфавит? Алфавит. Apple sauce. Горошек. Cream of chicken. Так, что еще? Это... Фасолька. Фасолька. Да, это кампобелл. Это mushroom, грибы. Суп грибной. И печенье. Имбирное печенье. Это рис? Нет, это кукурузная, сладкая кукуруза. Mea grain entier. Кукуруза. Корм, да, кукуруза. И что еще мы не показали? Лейва, это, кажется, сгущенное молоко. И какая-то вот еще такая консерва. Это тунец. Тунец, да. А тут что? А вот такие маршмеллоу. Как? Бисквиты, да, и... Это я уже показала, это макарошки. Милтаун, это, вы знаете, как бы севера, а вообще-то западная часть Сан-Стивена, это такой бывший городочек отдельный, и там я вам хочу показать еще, может быть, одну детскую площадку, но это как бы нужно немного получается, что не прямо в Сан-Стивене. Ну, они уже это один городок, но по-любому. И вот хотел показать вам дорогу. Тут эта дорога, как бы это все большой Сан-Стивен считается. И вот люди, вот если вы здесь на окраине видите, люди вот так живут отдельно. И тут, да, тут никто никому не особо мешать не будет. И просто нету как мешать друг другу, потому что у людей большое пространство вокруг дома. То есть свое личное большое пространство. Это этим мне, честно говоря, и нравится Канада, потому что, например, в Англии там все было прямо стенка в стенку. Реально, это в прямом смысле этого слова. Это не переносном смысле. Вот другой дом, смотрите. Заодно и на дорогу обращайте внимание. Ну, дорога ужасная. Вот другой дом, видите, другие дома, как они расположены здесь. Вот так люди живут обособленно. Такие даже маленькие домики, если видите, вот такие. То есть вот так живет среднестатистический канадец, в принципе, тут дома недорогие, но тут и зарплаты как бы маленькие, и поэтому люди тоже, для них это такой большой челлендж. Купить дом, взять его в ипотеку.
Внутри они играют баскетбол. Это внутри. Вот мы сейчас заедем с другой стороны детские. Вот тут полноценная прямо детская площадка. Вот я ее тоже первый раз вижу с этой стороны. И заезд, конечно же, не отсюда. Заезд, конечно, со стороны школы. Сейчас мы туда заедем, я вам покажу. Ну, видно, да? Вот детская площадка. Не знаю, это для, только для школы. И вот тоже вопрос. Или можно так просто зайти и поиграть. Тут у нас вторая заправка Irving. Вот здесь где-то между Сент-Стивеном и Милтауном. И сейчас мы зайдем на территорию школы. И вам покажу эту детскую площадку. Посмотрим, как на нее можно зайти. Это только для школы или можно просто так зайти и посмотреть. Так, справа никого, да? Некоторых еще гирлянды стоят, потому что они замерзли там внизу. И пока этот лед растает, они вот... Заезжаем на территорию школы. Мы были здесь на баскетболе просто летом, поэтому я знаю. Милтаун Элементари Скул. Вот стоит автобус школьный. И это скорее всего, что для школы. Вот, нету здесь входа. То есть нужно зайти на территорию школы, а потом уже можно на вот... на эту детскую площадку. К сожалению, вот прямо такие, таких детских площадок, как бы открытых, нету. Получается, что нет. Друзья, вот на этом мы заканчиваем наше видео. Это по, как бы, по просьбам подписчиков. Задавайте свои вопросы в комментариях. Будем освещать их по мере возможности, друзья. Вот на некоторые вопросы мы уже ответили по поводу лекарств, по поводу аптек, по поводу детских площадок, по поводу соседей. И так далее. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Пока-пока.